Леонтьева, член Союза журналистов писателей России. Тоже. И Союза писателей. Союза журналистов и писателей, да? Я хочу сказать, что ну, как-то по жизни я не раз бывал в Малой Вишере. Я 6 лет отработал заведующим отделом газеты «Октябрьская магистраль», и мне даже местные корреспонденты свои заметки давали для опубликования. Ну, газета гонорарная, поэтому ребята рады. Вот. И, кстати, пользуясь случаем, маленький пиар сделал. У меня здесь книжечка, единственная, не поэтическая, называется «Вглядываясь в прошлое». Ну, как получилось, что я по-настоящему связался с поэзией, ну, а за свою журналистку делится, я что, ничего приличного не написал? И вот у меня тут получилось 3 раздела. Один из разделов касается творчества. Я в газете регулярно вел обзоры поэтической почты. У меня сохранились старые газеты, я перечитываю и думаю, так это же пособие о том, как не надо писать стихи. Как надо, я не берусь учить. Но как не надо, я точно знаю. Вот если кому-то интересно, обратите внимание. И еще что хочу сказать. Я очень благодарен по жизни Володе Скворцову, моему другу. Вот мы провели 7 фестивалей советских в горках. Вот. Мы остались с ним вдвоем, ветераны этого фестиваля, потому что все 7 лет я ездил с ним. Я благодарен Анатолию Николаевичу Малаканову. Благодаря ему я знаю многих новгородских поэтов. И в том числе Александр Сергеевич, мы встречались, ну, шапошное было знакомство, как бы. И вот впервые Володя говорит, вот так получилось. А ты на понедельник не можешь остаться? Ну, и я теперь не связан жестко с работой. А почему нет? И мы поехали в гости. И понимаете, я окунулся в атмосферу жизни деревенского поэта. Я человек городской, я питерский. Вот. Понимаете, вот как-то вся обстановка его, так, ну, в кавычках говоря, усадьбы, она располагает к раздумчивости и к философскому взгляду вообще на мир. Мы вчера много говорили, я там к нему прицепился по некоторым вопросам. Ну, Володя об этом уже сказал, там чуть-чуть бы надо. Вот он, кстати, согласился. С ним очень легко разговаривать. По-моему, на любые темы. И ей-богу, я вот сегодня вернусь домой, обогащенный совершенно новым впечатлением. Вот. Я надеюсь, что наше содружество с новгородцами проводится. Спасибо вам всем. А вас поздравляю с хорошей книгой. Ну что ж, руководитель Литоспек.